60 лет исполнилось детскому художественному фильму «Девочка ищет отца», съемки которого проводились в Мозыре. Кинолента режиссера Льва Голуба была создана «Беларусьфильмом» и стала одним из самых кассовых детских фильмов Советского Союза. Главную роль исполнила 5-летняя Аня Каменкова. Позже она стала известной актрисой. Путевку в мир большого кино после премьеры получила и народная артистка Беларуси Светлана Суховей. Съемки одного из самых любимых детских фильмов начались в Мозыре в июне 1958 года. Приезд съемочной группы стал настоящим волшебным праздником. Роли разного плана получили многие мозыряне. Очевидцы вспоминают, во время первых показов в местном кинотеатре сложно было расслышать диалоги главных героев. И все из-за бурных эмоций зрителей, которые видели себя в кадре. В воскресенье 19 мая в кинотеатре «Мир» состоится ретро-показ фильма «Девочка ищет отца», переуроченный к его 60-летию. На бесплатный сеанс приглашают и верных поклонников фильма, и юных зрителей, и тех, кто принимал участие в съемках, и всех почитателей военно-приключенческого и старого советского кино. Начало в 16:00.